fun. Tuna pyramid. Анечка, скажи привет. Скажи за шерстку, но за ухар. Вот так мы чувствуем зиму под шерсточкой. Чтобы летом Фанечке было не жарко и хорошо, правда, Фаня? Сейчас у Фанечки период линьки. Фанечка меняет и скидывает все свое лишнее. Чтобы войти обновленной, с обновленной шубкой. И вот мы ей немножечко помогаем, чешем, чтобы она была красивой, ухоженной девочкой у нас. Вот с нее прям так и летит на лопух. Вот кто спрашивал, много ли с них шерсти вперед летит. Вот примерно столько. Покажи. Вот столько.